Привет, друзья! Сегодня мы запускаем челлендж на окуп с 200 рублей. Мы будем открывать кейсы вместе с моим другом. То есть я буду открывать кейсы, он будет открывать кейсы. И кто у нас окупится с этих 200. Так, это все будет записываться. Сейчас мы ему позвоним. Ага. Так. Мы позвоним. И так, ты тут? Так, ну что, ты зашел? Деньги скинул? Так, ну давай поехали тогда, знаешь куда? Поехали вниз. В самом низу. А, ну да. И в самый низ. Да, видишь, так, сейчас один. Вот, банк. Да, коллекции, и вот он там, третий, получается, банк. Видишь? Не, ну это кэш, а чуть левее банк. Зелененький такой. Серо-зеленый банк. Он прям написано банк. Тянет банк? Прикольно. Ладно, давай тогда еще ниже. Там трейн есть. Нашел трейн? Ну, давай кэш, ладно. Сегодня со скидкой идет. Ну вот, теперь нажимаю просто открыть. Давай. Я нажал. А, в данный... Да, как так? Что за прикол-то? Так, ладно, выходи назад. Это будет долго. Это будет долго. Так, да, давай самый низ. И в самом низу у тебя трейна нету. И правее. Вот это прикол. Почему у меня тут тогда он показывается? Инферно, подожди, да я найду. Вот Инферно 27. Ну давай его поп. А здесь нет ничего. Беспонтовый кейс, там вообще нифига нет. Нет, давай, знаешь, что? Что у тебя есть? Перечисляй. Такой рублей за 10, смотри. Или меньше. Да, давай тогда выше. И находи USP за 69. А, это примерно где в середине. Это выше коллекции там. Нет, за 69 еще. Ниже, чуть-чуть пониже он. Да. Ну да. Ну, он такой синий кейс. С USP-ом. USP. Также называется USP-S. За 69 рублей. Вот, заходи в него. И... Нажми, типа, не прямую. Да. Ну, такого нету, типа, это... Давай, короче, да, открываем. Та-та-та-та-та. Ага, короче, у меня вообще фигня выпала. И за сколько он? Не продала его. У меня за 11 выпало. Тебе повезло. Так, давай знаем сейчас, что еще. Что-нибудь, какие-нибудь дешевенькие кейсы. Вон, бомж кейс можно. Это майнинг. Это тупо. А, ну давай его попробуем. Да. Я здесь все кейсы знаю.
Ну, я его открываю. И мне нифига не выпадает. Песчаные дюны какие-то. Ну, это фигня. Кому-то ножи с сахара кейса выпали. Ух ты ж, бля. Везет. Так. Это все оставляем, оставляем. Не-не-не. Ниже мотай, там есть наши сборки. И это за 27 кейс с УЗИшкой такой. Да, это армейская называется. Здесь одна синька. Вот, давай его откроем. Да? Его мы открываем. Я просто в плюсе вообще на этом сайте. Я думаю, мне ничего хорошего не выпадет. О, за 30 рублей мне. 5-7. Зачем? Зачем? Не продавай его потом в контракты. Да, потом мы контракты маленько покрафтим. Попробуем. Может, что будет. Так. Вот, давай бомжа еще. Нашел, да, бомжа? Не-не-не, ниже, смотри. О, вот где наши сборки, только выше, по левой стороне бомж будет такой же. 20 рублей стоит. Смотри. Нет, это сражение. Вот ограниченная серия, по левый самый столбик бомж будет предпоследний. О. У тебя правый столбик, ну давай. А, у тебя монитор, может, другой, побольше. У 100! Чё тебе упало? Прикольно. Давай еще по одному откроем. Чё-то я думаю, может, им что-нибудь даст. Ну, как бы нам, в принципе, ничего не давало, может. Чё-то... Я тоже открыл. Мне опять песчаные дюны. Так. Ну, короче, он ничего не дает. Так, теперь давай каждый по разным кейсам пооткрывает. Ну, какие хочешь, типа, чтобы это... Да. Ох ты, мне серебро выпало. Так. Давай-ка еще. Фастом не очень. И осталось у меня 30 рублей. Что можно за 30 рублей нам открыть? Так. Бомжа, да? Ну, а там мы сейчас Т-кейс крутанем. Да, автокейс, конечно, за 27 рублей есть Dragon Lore, который, конечно же, никогда не выпадет. О, давай. Гремучая смесь. И 6 рублей. Остается у нас 7 рублей. Мы еще за 7 рублей откроем вот этот кейсик. А фастомом. И... Красавчик. Так. Что ты деньги потратил, нет? Ну, эти оставь себе, можешь потом вывести, если хочешь. А, ну, этот, ну, хочешь в контракт, можешь, хочешь продать, можешь, сколько она у тебя? А, ну, ладно, я тогда пошел в контракты. Так, засунем мы в контракты. Нам может выпасть от 17 рублей до 280. И нам выпадет 42 рубля. Это печально. У нас 42 рубля.
Так, а сколько мы закинули-то вообще? Так, стоп. А. Ну ладно. Ты понимаешь, у меня 42 рубля осталось. Так, ладно. Начнем мы опять с банка. Будем открывать банк. Хорошо. Да, 7 есть там внизу, должно быть сам. А слева, видишь, контракты. Вот заходишь. И добавляешь все в контракты. Давайте 2 фастома. Оба. Ух. Мне. Цена? То есть у тебя всего 46 рублей тоже, да? У тебя тоже, короче, фигня, да? Осталось так. Ну давай что-нибудь дайте нам. Опа, Глок, горелка Бунзина, 120 рублей. Так, мы опять поднимаемся маленько. Так, давайте-ка мы... Ну ты старайся оставлять... Ты главное смотри, что в контракт можно минимум 3 вещи надо, чтобы у тебя было. Так, давайте-ка мы откроем 2 кейса армейки. И нам выпадает фигня выпадает. В смысле... А, даже так. Понятно. Ну, я пока еще держусь вроде. Может быть. Блин, чисто трек по 250 не упал. Ну, это, конечно же, только в моих сказках. Так. Идем опять. А, кэш один откроем. А, его нету. Его так и... Он так и не появился. Печально. Ну, откроем трейна. Трейн у нас что там? 5 кейсов сразу откроем. Там какая-нибудь бусинка бы нам хотя бы выпала, было бы уже хорошо. А нам выпала синька, городской щебень. Он стоит 16 рублей. Хорошо. Идем в контракты. Создаем контракт. Так, контракт мы засунули. Сколько? 66 рублей. Ну, давай-ка. А вот бывает такая, ну фигня. За 89 рублей у меня. Да что такое-то? Что-то прям вот ролик, походу, длинный получится. Что-то прям крутится вот. Так, ну-ка. Откроем армейку. Блин, сайт виснет что-то вообще. А, калька. Бизон выпал. За 23 рубля. Давайте еще. Нет, нам не хватит. Ну ладно. Еще один. И пойдем опять на банк. О, ЦЗшка. Нет, 5-7. Скумбрия. 13 рублей.
Армейка не дает вообще нифига. Где банк? Вот он банк. Откроем три банка. Дал бы изумрудные завитки. Было бы вообще шикарно. Ну, нифига. Зеленое яблоко дал. Понятно, опять в контракт идем. Что-то контракты вообще в последнее время не дают. И... Ух ты же, янтарный градиент. 27 рублей у меня осталось. Не-не-не, я сейчас... Сейчас трейна. На 4... Опять не хватит. 4 фастоном. С 4 фастомом. На 16 рублей. Сейчас мы их опять закинем. Контракт. И нам за 5 рублей. Что-то контракты. А я потому что, видишь, я еще в этом, на этом сайте в минусе, я с него выводил недавно. Скины, поэтому он мне не дает. Вот и на этом мы походу закончим сегодня. А что мы увидимся? Сейчас и увидимся.